Творчество Андрея – это яркий пример того, что он стоит буквально на границе и общается с двумя мирами. И он превращает это в картины, доводит до нашего сознания, превращает это в 2D, в обычный наш язык, который воспринимается глазами. И только мы можем чувствовать, но мы уверены наверняка, что это существует. Картины в прямом смысле потусторонние и одновременно подтверждением и доказательством того, что наш мир гораздо многограннее, чем мы его воспринимаем просто глазами. Андрей – это философ, ученый, который изучает вот эти грани. Как он это делает, совершенно непонятно. Благодаря его видению, мастерству и искусству, и любви к этому делу, мы видим гораздо более многогранный мир, чем он может показаться в начале. У него бесконечные образы, фрагменты, и потом он с этим накопленным внутри себя и в эскизах в материале подходит к холсту, и, как он сам говорит, он не знает, что будет. И вот этот подход, он, наверное, не классический, но, тем не менее, человек готовится перед тем, как, сразиться с холстом. У него есть только накопленное ощущение в виде фрагментов. Мне кажется, с профессиональной точки зрения это оригинальный подход, и обязательно я хочу это отметить. Любая выставка – это похороны творческого процесса. Процесс проделан, все, уже это отчет, человек выставился, и все, по идее, все, зритель увидел, все. Помимо того, что он хороший художник, он еще и очень хороший человек. И я горжусь, что являюсь его другом.